Hi, привет, glad to see you, рад вас видеть. And let's continue. Давайте продолжать. В этом видеоуроке мы посмотрим, с вами разберем конструкцию I like, мне нравится. Но, в принципе, если идет существительное, какая-то фраза, все просто, да? Например, мне нравятся книги, I like books. Вы просто после like добавляете, что вам нравится. Например, мне нравится рыба, I like fish, да? А мне нравится сок, I like juice. Мне нравится английский. I like English. Ну, если о нем, о ней, да, то есть he, she, it, то мы говорим likes. Например, вы о своей подруге говорите. Например, she likes beautiful dresses. Ей нравятся красивые платья, да. Или, например, she likes strong men. Ей нравятся сильные мужчины. Ну и так далее, да. Здесь выбор, может быть, большой полет фантазии. И как сказать, если мне нравится, если использовать какое-то действие? Обычно принято после like говорить глагол singular форме. Singular формой. Например, ну, мне нравится ходить, заниматься шопингом, да? Значит, go shopping – это вот заниматься шопингом. То есть вы говорите I like, и дальше не просто go shopping, а I like going shopping, да, именно парингую форму не забывайте. То есть мне нравится плавать, да. I like это мне нравится, swim это плавать. Не просто I like swim, а I like swimming. Например, мне нравится рисовать. I like painting. Мне нравится проводить время с ним, да. Значит, проводить время это spend time. И вы говорите I like spending time with him. Если вопрос, вы просто говорите с do you. Ну, например, do you like studying English? Вам нравится учить английский? Do you like going to school? Вам нравится ходить в школу? Do you like playing computer games? Вам нравится играть в компьютерные игры? И так далее. Просто помните, как образуется данная конструкция. Окей, okay, thank you for your attention. Спасибо за внимание. Bye.